И сегодня во Дворце культуры имени Шевченко прошел вечер славы в честь лучших цехов, отделов и участков предприятия «Мотор-Сич». На нем были подведены итоги хозяйственной деятельности завода за прошлый год, награждены руководители коллективов победителей и призеров, более 20 человек были удостоены почетных званий «Заслуженный моторостроитель» и «Мастер золотые руки». Подробнее мы расскажем об этом событии в понедельник в программе «Алекс Информ».